сегодняшний день самое вот, приоритетное направление руководства республики – это привлечение инвестиций, поднятие экономики республики. Нам нужны и развитие промышленности, и сельское хозяйство, и без туризма, без санаторий, без курортов, а Чечня не может. Мы уже готовы открыть на 300 мест санатории соревноводческие, и я думаю, что это хорошее подспорье. У нас есть очень красивые горы, вот есть места, где вот здесь снег, вот здесь осень, вот здесь лето. Мы сегодня восстановили республику, сформированы все ветви власти. Мы построили новую экономику, мы развиваем экономику республики. И я думаю, что каждый день мы открываем новые объекты. Вот в этом году более 7-8 тысяч рабочих мест создали. Мы открыли предприятия, открыли там торговые, развлекательные центры, открыли заводы, фабрики. Мы строим спортивные объекты там, в районах, центрах, городах. За 3-4 года мы открыли, по-моему, 10 хороших стадионов. Я думаю, что республика чеченская будет всем интересна. И к нам будут приезжать, и у нас будут проводить все международные форумы, экономические, культурные, спортивные. Это такой будет регион России, там, наверное, самый приятный. Сейчас азан, надо нам послушать азан. Я истинно верующий мусульман, я этим горжусь, и каждый должен гордиться, и придерживаться своей вере, традиции, обычаи, культуры там, народов. Ну, мы в свое время потеряли все это и получили ваххабизм, терроризм, экстремизм. Знаете? И сегодня мы не хотим, чтобы вот всякие течения разные, которые называют себя мусульманами, использовали наш народ и подрастающее поколение. Я говорю, что я сын своего народа, что я патриот, что я слуга Всевышнего. И все, что там, если ты построил там здание, там, это не значит, что там должны гордиться. Я буду гордиться, если я вот все, что, так сказать, завещал нам на наш первый президент, воплотим в жизнь. Это благополучие населения.